громадская организация ДК Пошта, и мы сегодня помогаем котикам в приюте Котоместечко Зоокоты. Мы привезли им почти 200 килограмм наполнителя древесного и привезли им лекарства. Привезли капли на холку от клещей, от блох, потому что сейчас лето, самое время, когда клещи атакуют, и котикам нужна защита. Вот мы с этим сегодня помогаем.